Книга «Открытым оком», том 1. Тема «Внутренний мир человека». Вопрос 226. Какие испытания вам пришлось перенести в заключение? Какие открытия дал Бог после этого? О чем-либо жалеете? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Подробно на эти вопросы даны ответы в нашей книге «Для слова Божия не туз». Повторю слова профессора В.М. Марцинковского, арестованного еще при Ленине. Цитата. «Со Христом и в тюрьме свобода, а без Христа и на свободе тюрьма». Свои переживания я выразил в книге стихов, кавычки открыты, «Церковь, свобода, тюрьма», кавычки закрыты. Главное открытие в заключении то, что я великий грешник, и меня Бог любит и дал возможность пересмотреть свою жизнь всю, как бы из-за гроба. И в этом я видел любовь Божию, жалел о том, что не ценил прошедшее время, как должно, хотя и ежедневно готовился к аресту. Во мне пробудилось огромное чувство вины перед всеми и желание умереть, очистившись от всего ненужного. Но Бог решил иначе, и вот я здесь.